столичном регионе, в том числе в Зеленограде, в последнее время получило распространение мошенничества дистанционным способом. Познакомим вас с самыми распространенными схемами мошенников и подскажем, как избежать участи быть обманутыми. На домашний телефон гражданина звонит мошенник, представляясь сотрудником водоучета или управляющей компании. Здравствуйте, вас беспокоит с водоканала. Злоумышленник заявляет, следует в кратчайшие сроки поменять водосчетчики. В противном случае показания приборов учета не будут учитываться, и вы лишитесь льгот и будете оплачивать все на общих основаниях. Наш мастер подъедет вам примерно через полтора часа. Ожидайте. Не спешите соглашаться на какие-либо предложения. Сначала нужно разобраться, не обманывают ли вас. Мошенники действуют уверенно. Всю необходимую информацию они произносят официальным тоном. Оперируют профессиональной терминологией, вводя человека в ступор, цитируют номера приказов и постановлений. Не допускайте ошибку. Срок поверки ваших счетчиков можно увидеть в ваших платежных документах. Если есть сомнения, посетите офис компании или МФЦ, чтобы на месте разобраться, пришел ли срок замены счетчика. Запомните, что устанавливать счетчики и осуществлять поверку могут только организации, имеющие специальную лицензию и сертификат Ростеста. Список таких аккредитованных компаний можно получить в управляющей компании вашего района.